Так, пошли. Еще раз. Я попытаюсь по бате слотворное подсыпать. Пиво, например, да? Все, отлично. Всем привет, Кира Двизис, на моем канале Телекаплей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в игру от создателей Метели. Это игра про пацана, который пытается убежать. Я почитала ваши комментарии, и наконец-то я теперь готова открыть новые концовки, короче. Написали, что есть очень простой способ сбежать, который мы сегодня с вами попробуем. Да, я долго читала комментарии, еще я прочла то, что код это 2002 год, типа 2002. Ему здесь 8 лет, то есть нужно отнять 8 лет. То есть будет 2002. Давайте проверим. Ну, раз уж пошла такая маза. Ну да, туповато, не догадалась вычесть из 2010 года 8 лет. Я думала, вот, да, вот, это я. Так, вот смотрите, пишем, значит, Andrew 2002. Так, 2002. Сказать, что это правильный пароль? Великолепно, просто, ребяточки. Получается, мы сами с вами сделали обосратушки. Хорошо, выключаем пока что компьютер. Наша следующая цель это позвонить 5 раз в звонок. Вы мне сказали, что после 5 раз мамашка выписится и откроет калитку. Да, такой вот спойлер. Давайте посмотрим, что из этого получится. Это наш первый раз. Первый раз. Первый раз, он такой дерзкий, этот первый раз. Короче, называется «Выбеси мамашку». Опа, 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 ух ты, она прям до калитки реально идет. Слушай, она прям реально до калитки идет. Слушайте, ну это имеет смысл быть. Я так понимаю, это будет первая наша концовка. Ну, нормальная, альтернативная. Не там, где нас наказывают и заставляют бесконечно убираться. Хорошо. Сейчас позвоним с вами во второй раз. Вы мне написали, что 5 раз надо это сделать. 5 раз. Так, 2. Это 2. Так, мы присели на кровать, как будто не вставали, потому что, как мы знаем, в этой семье нельзя ни писать, ни какать, ни кушать, ничего, только учить уроки. Я считаю, это неправильно. Если родители смотрят это видео, не надо заставлять детей учиться. Дайте им побыть детьми, но вы же сами когда-то такими были, знаете, как это хреново, вот так вот все время сидеть зубрить. Хочется и погулять, и ребенком побыть. Так, 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 она решила полить цветочки. Может быть, она не будет поливать сейчас цветочки? Может быть, все-таки я буду продолжать звонить? О, боже. Ладно, давайте, пока она пошла поливать цветочки, мы с вами возьмем из морозильника мясо. Опа. А мяса-то в этот раз-то нету? Мясо-то... А, вот оно. Все. Я забрала мяско. Все, мяско забрали. Ну, вдруг сейчас придется Бобика кормить, понимаешь? Вдруг я не справлюсь. Ну, я уверен, я вам верю. Вы меня никогда не обманываете. Я прям верю, что у нас сейчас получится с вами какая-нибудь концовка интересненькая, которую мы с вами делали. Но теперь я знаю, где лежит мясо. Я все посмотрела. Я ко всему готова. Сейчас будем третий раз звонить и мамку нашу бесить. Да ети же, пассатижи. Теперь папа пошел писать. Ёшки-матрёшки, как не вовремя-то, а? То они хотят поливать цветы, то еще что-то. Слушай, а если я, например, пока батя в туалете, позвоню в звонок, что будет? О, какое облегчение. Ну, хорошо... Ну, хорошо, что заблюрили ему пипиську, но мы с вами видели, что батя сыт с открытой дверью. И как бы мы батю спалили, и его по секундчикам. Угу, устроил он там. Вот это да. А я могу свет в своей комнате включать? Что, серьезно, нельзя включать? Можно. Чтоб светлее было. Так, все, папа ушел. Хорошо. Так, третий раз. Ой, мамка уже прям бесится. Мамка сейчас папа, это, немножечко и уже все взбунтуется. Устроит бунт на корабле.
Нет, мне понравилось, как мы батю распалили. Просто такие, что это мы там делаем? Кто-кто? Никто. Дед Пихто. Так, это четвертый. Да, это был третий раз. Сейчас будет четвертый. Сейчас. Сейчас все будет. Четыре. Это было четыре. И остается пятый раз. Так, ну мамка уже быстрее как будто бы идет к этой калитке. Так, она на грани, У меня очень вспыльчивые родители, возможно, они овны. Потому что я овен, я знаю, какие мы вспыльчивые. Поэтому будем считать, что мать точно овен. Пишите, кто мы мог бы быть батя по знаку гороскопа. Так, ну и остался пятый раз. Вы сказали, после пятого раза она откроет калитку. Успела? Ой-ой-ой, она прям бежит. Ребята, что-то она не открыла калитку-то вашу. Вы мне сказали, что она откроет сейчас калитку. Может, вы, наверное, шестой раз позвонить? Так чисто выбесить. Давайте еще раз. Ну-ка. Слушай, ну как будто бы калитка открыта. Ладно, давайте теперь дождемся, когда она пойдет поливать цветы. И когда она пойдет поливать цветы... О! Вот, вот. Вот, мамка, пойди, пошла поливать цветочки. А мы с тобой идем делать дымовую завесу. Так. Нужно устроить дымовую завесу. Да-да. Так, ну все. По идее, мы с тобой устроили дымовую завесу. Фух, ну если, сейчас я смогу выйти, это будет здорово. Это будет наша новая концовка, которую мы с вами никогда не видывали. Но нам нужно для этого, чтобы мама открыла окошко. Странно, что когда ты включаешь обратно вытяжку, она не вытягивает весь этот дым. Так, ну по идее мамка сейчас откроет окошко. Все, она открыла окошко. Значит, я могу вываливаться отсюда. Так, закрываем дверь. Ну давайте проверим вашу чудесную теорию. Прекраснейшую. Я просто готова уже уйти. Собачка. Собачка в этот раз держит палочку. Ну, чё-то как-то это самое. Нифига мама не закрыла калитку вашу. Чё-то вы меня, получается, обманули, что ли? Ребят, ну вы меня, получается, обманули? Да, понимаю. Так, ну чё-то у нас не вышло, получается. Я не помню, я открывала эти ящики или нет. Смотрела, что тут есть или нет. Ну, мы так, на всякий случай, сейчас поглядим. Ладно тогда, что-то как-то у меня тут это ничего не вышло. Надо пойти цветочка доразбить и спрятаться. Успеть в шкафу. Сейчас папа пописает. Папа пописает. Папа покакает. Он сядет и поплакает. Так, папа уселся. Хорошо. Мы идем в комнату. Так. Мы заходим в комнату. Значит, смотри, мы открываем себе дверь. Мы берем с вами вазу. А где ключ? Ой! Это шум из спальни. Надо проверить. Нужно срочно вернуться. Я спряталась. Да, нормально, мы спрятались. Лишь бы не спалить. Да заткнись, ты чего не разговаривай? Так. Куда делся цветок? Куда делись цветы из вазы? Сейчас ты у меня получишь. Но он же не знает, что я здесь. Они меня сейчас будут искать? Серьезно? Они прям реально меня будут сейчас искать ходить? Да ну не.
Я думаю, рано или поздно им надоест. Мне кажется, им надоест. Они меня просто не стали даже искать. Такие, ну, как бы... Ладно, ладно. Окей. Так, ну мы пока не выходим. Ждем, пока папка уйдет. Но у нас есть ключ от кладовки. Осталось найти лампочку. Блин, а почему же мамашка не открыла дверь? Почему? Вот, типа, вы мне написали 5 раз позвонить звонок, и откроет она вот эту калитку. Но что-то она ее не открыла. Либо я что-то сделала не так, либо что-то пошло не по плану у нас. Ну, ладно. Как бы, что есть, то есть уже, да? Так, это что у нас? Шпилька. Что тут лежит у нас? Я не понимаю, зачем я открываю этот периодически замок, когда там ни херашечки нетушки. Опа, фонарик. Так, достаем. Я не знаю, для чего эти батарейки. Ладно, выходим отсюда пока что. Пока что отсюда выходим. Давайте открываем. А, ключ сюда не подходит? А от чего это тогда ключ? Так, ну я надеюсь, папа пока писать не пойдет у нас в ближайшее время. Хотелось бы, чтоб... Так, подождите-ка, лампочка. Забрали с вами лампочку. Так, тут же есть у нас стиральный порошок. Тряпку не вижу. Ёршик не вижу. То есть вижу ёршик. Подожди, а от чего этот тогда ключ? Если этот ключ не подходит, то тогда... Ладно, давайте ждать, пока мамка пойдет поливать цветы. Пойдем тогда к шарику гулять, правильно? Может, позвонить в звонок? Может быть, маму замотивировать? Она прям бесится. Но она не открывает. Ты видишь? Она просто бесится и все. Давай, вспоминай, что тебе надо полить цветочки. Моя хорошая. Моя ты курочка. Ой, я шкаф не закрыл. Или это родители открывали шкаф. Батарейки куда-то надо применить. Ладно, пока что из того, что я знаю, мне надо накормить песика. Для того, чтобы накормить песика, надо дождаться, чтобы мама пошла этот, делать свое вот это вот. Еще, кстати, вы мне сказали, чтобы я в туалете как-то мамку привлекла, чтобы она меня там поймала в туалете, и тогда там будет какая-то прикольная штучка с ёршиком. Вот. Но я пока не знаю... Что это было сейчас? Это она меня сейчас типа пыталась поймать? Я все не оставляю попыток, чтобы она открыла эту ужасную калитку. Но не, мне кажется, она не открывает. Может быть, вы имели в виду 5 раз подряд нажать? Типа ты-дын, 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 ты-дын. Но я тогда не успею. Типа, может, реально нужно 5 раз нажать подряд? Пойдем проверим. Опа. Слушай, ну, я, конечно, понимаю, что я сейчас сделала глупость. Скорее всего, папа сейчас заметит, что мы что-то сделали не так. Ну, будем надеяться, что он не обратит внимания, что там лежит цветочек. Будем делать вид, что этого не было. Допустим, мы об этом умалчивали. Об этом мы с вами не договаривали. Да? Он реально не заметил? Он реально не заметил? Ля лох. Так, это от чего? Значит, отсюда. Так, дихлофос. Бред насекомых. А нахера он нам нужен? Зарядка здесь же лежит, смотри-ка.
Радио. Ага. Нам нужна третья батарейка. А я не знаю, где взять третью батарейку. Прикинь. Они предлагают мне взять третью батарейку. Так, ну чё, мамка-то идет поливать цветы, нет? Маман! Может, надо ее цветы попшикать спреем от насекомых? Так, ну у бати как будто бы в комнате все. Больше ничего нету. У мамки, значит, что-то в комнате должно быть. Но мамка что-то как-то это... Не спешит мне самые эти цветочки свои поливать. Вот же овца, ай. А для чего мне спрей от насекомых? Ладно. Мама пока что у меня не хочет поливать свои цветочки. Вот, поэтому я попробую... Бочка. На дне что-то есть. Мне, наверное, нужен какой-то магнит. Или типа того. Или крючок. Короче, очень много вопросов, очень мало ответов. Так. Спрей от насекомых сюда не применяется? Может, спрей насекомых сюда надо залить? А что с водой? Он меня ищет? А хуй меня заметил? Я надеюсь, меня не заметит. Я надеюсь, он меня не заметит. Я спряталась. Господи. Такая нычка ненадежная. Такая ненадежная нычка. Так, он меня потерял. Я забираю порошок. Так, а я нашла котряпку. Грязная тряпка. Ну? Почему ты ее не моешь? А, может, ее надо постирать? Блин, серьезно? Я, пожалуй, спрячусь в туалете. Она, скорее всего, сейчас пропиленькает. Ах ты, паразит! Вот, зараза! Так, давайте спрячемся. Давайте спрячемся в туалете. Нас не найдут. Так, мать меня потеряла. Я достала чистую тряпочку. Чистая тряпочка. Что значит грязный жирный экран? Ну, протри его. В смысле? Жучиное средство не подойдет? Жучиное, нет? А-а-а. Ладно. Давайте сейчас с вами попробуем воспользоваться подсказкой. Потому что пока что ничего не выходит. Так, у меня есть отметка. И она у мамы на кухне. А как мне мамку-то... Мамка-то не уходит никуда. Ну куда? Пас давай! Так, ну... Не знаю. Не знаю, но я успела забрать отвертку, прикиньте. Успела забрать отвертку, ё-моё. Я думала, я не успею. Да был, знаешь, такой... Но вот хочу сказать касательно мяса, все-таки за мясом мы все-таки с вами не поспеем, увы. Так, ну хорошо, пошлите сейчас... надеюсь, папа не захочет там пописать у нас, наш прекрасный, наш классный. Я вижу гвозди. Это прекрасно. Все. У меня есть гвоздочки.
Но как-то что-то это самое тут, это не могу сказать, что это прям... Прям как-то мне поможет. Шибко, гладко. Слушай, ну такое ощущение, что она как будто бы сняла. Но что-то как-то я ей немножечко не верю. Конечно, ты бы показал, как надо. А может быть, я могу как-то кондиционер... Может быть, сюда надо спрей от насекомых? Что я не знаю, я нигде не видела насекомых. На минуточку. Да не, висит замок. Висит. Бобик. Видишь? Батя меня палит. Батя меня палит. Над кондеем я ничего не могу сделать. Слушай, ну вроде бы как я ничего не могу с кондеем сделать. Может быть, я что-то здесь не заметила? Папа, ты только не смотри, хорошо? Мне надо понять, что здесь за насекомые, куда этот спрей вообще применять. Может быть, где-то наверху нам пригодится, когда мы достроимся до конца, там какие-нибудь жучини-пучини, вот это вот все будет. Но пока что-то никуда не могу предсамывать. Ну, мы, хочу сказать, с вами идем, в принципе, относительно неплохо, да? Учитывая тот факт, то, что нас поймали всего лишь один раз, мы идем с вами очень даже таки хорошо. Так, открываем. Слушайте, я пока не знаю, зачем мне порошок. Он мне как будто больше не нужен. Я надеюсь, она не заметит, что там лежит порошок. Вот, и мы сейчас с вами сможем немножечко, чуточку забить. Я не понимаю, почему она не идет поливать свои цветы. Меня это немножечко бесит. Типа, я все понимаю. Мама у меня молодец, но что-то как-то... И батя писать-то не ходит, ты заметил вообще? Может быть... Стоять! Мама, не надо. А ну стоять! Ну не надо. Ну не надо. Ну не надо. Ну не надо. Сучка, ты погляди. Метлу в руки и пошел. Ну ты погляди, овца ты. Ну ты овца вообще. Почему она меня вообще спалила? Как она меня спалила, я вообще не понимаю. Я же так хорошо все делал. Мне кажется, мне просто игра забаговалась. У вас нет такого чувства? Блин, ну неужели я даже сегодня не смогу пройти, а? Я считаю, нечестно сейчас все вот это вот случилось. Потому что так не должно было быть. Как она меня спалила, я вообще не поняла. Потому что мне показалось, все, я сделала идеально. Я хочу попробовать спрей от насекомых на муравьев попшикать. Может быть, что-то там у них делается. Ну, пока у меня не шибко, куда вот что-то идет, понимаешь? Пока вот только на муравьишек. Да не. Зачем? Слушай, шланг-то, наверное, сюда засовывается. А? Вот оно что. Вот оно как. Ну-ка. Ничего себе. И долго там будет набираться? Слушай, вроде бы медленно наливается, я... Хотя, давайте спрей пусть пока там лежит, в кустах у мамки. Она все равно поливать не ходит цветы. Так, 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 что это такое? Снотворное? Слабительное? Написано слабительное, а тут написано снотворное. Что-то не поняла. Так, а кого мы можем с вами усыпить? А кого мы с вами можем усыпить? Слушай, ну шланг я назад, я так понимаю, я уже не верну. А, не, верну. Так.
Давайте вернем шланг назад, потому что если мамка пойдет поливать цветы, она явно что-то это запалит. Слабительное, а коснотворное, я так понимаю, нужно бате положить в эту... В чем он там вот это вот? В кружку. Ну, вряд ли мамке. Так. Что? Да никто там не... Сейчас ты у меня получишь. Да не надо. Да не надо. В смысле? Давай быстро, 20 приседаний. Раз. Два, три, 19, 20. Так, ну получается-то у меня осталась последняя попыточка. Так, хорошо, ладно. Значит, смотри, включаем компьютер. Так, не включаем компьютер. Надо бы проверить. Не, ну это нечестно, я считаю. Так, Н, бляха, еще на русском. Н, дрю, 2002. В смысле? Так, окей, давайте, пишем папе. Что это мне пишет, я не понимаю. Так, пошли. Еще раз. Я попытаюсь бате слотворное подсыпать. Пиво, например, да? Все, отлично. Отлично, отлично. Нам этого хватит, я надеюсь, надолго. Надолго залутать все пароли и явки. Это хорошо, это хорошо. Сейчас он пойдет какать. И когда он пойдет какать, мы пойдем смотреть, что у него там в ноутбуке. Только надо будет попытаться закрыть этот сраный ноутбук. Так, все, батя заснул. Слушайте, значит, это не слабительное, значит, это снотворное. Слушайте, а он навсегда теперь уснул? А что мне надо у него забрать? Ключ? Не ключ? Ладно, я так понимаю, это все сделано для того, чтобы мы могли беспрепятственно лутать его ноутбук. Так, пасворд пропустим. Долги, пароли, сейф. 68 53, это сейф. Логин сабутынг, панель управления 35 13. Все, компьютер. Как выключить компьютер? Как его выключить? Как его выключить? Это очень плохо. Как его выключить? Так, надо пойти полить цветы. Забери. Слушай, ну буду надеяться. Так. Так, ребят. Давайте, это наш шанс. Это наш шанс успеть все. Все явки, все пароли. Господи, хоть бы успеть, хоть бы успеть. Я так переживаю. Так, дверь была открыта. Нашу закрываем. Все, фух. Ух, вот это напряжение на пердели. Вот это напряжение на пердели. Ё-моё, ё-моё. Я так сейчас переживаю. Я так понимаю, батя больше не заснёт. Снотворное типа единоразово, да, работает? Мне кажется, или... Всё, хорошо, не надо. Ну, пас, давай! Я все сделала хорошо. Вроде не заметили. Это хорошо. Так, мама не идет больше поливать? Мама идет поливать цветы опять. Слушайте, ну, я думаю, мы можем пойти к песику. Песику. Сейчас мама уйдет. Мы пойдем кормить с вами песика. Как думаете, мама уже ушла?
Очко-то сжалось. Так, собачка. Все. Ага. Так, батя пошел писать. А вот вопрос. Так, пока сидим. Фух, как страшно. Нам сейчас надо ввести пароль. Я его записала. Пароль от сейфа 6853. Там что-то лежит в этом сейфе. Я надеюсь, в сейфе лежит палка. Мы все это заберем и спокойно отсюда свалим. Давно пора бы уже. Очень долго прям. Так, все, папа ушел. Открываем. Вводим пароль. На самом деле, я видела там про кубик Рубика какая-то была отсылка, но мне некогда было читать. Так. Это мы закрыли. Это мы теперь можем, я так понимаю, запереть мамашку. Подожди. А я говорил. А я вот сейчас бы обосралась. Скажите спасибо, что не обосралась. Так. Сколько можно? Что за шум? А? Это что еще такое? Сейчас ты у меня получишь. Не надо. Нифига прикол. Нифига. То есть это та самая недостающая палка, которой мне не хватало. Ой, меня, кажется. Выходи, будем пить чай с конфетами. Мама, ты меня пугаешь. Ты меня очень пугаешь, мама. Слушайте, моя мать маньячка. Мне очень страшно. Очень страшно. Будем пить чай с конфетами. Я не хочу пить с тобой чай. Как думаете, ее нет на улице? И это типа музыка включается, чтобы они не слышали. Типа, чтобы они, видать, не слышали вот это вот говно. Так, ну нам надо, я так понимаю, дихлофос забрать. Пойдем. Так. И вот мы с вами на чердаке. На чердаке мы с вами еще не были. А можно закрыться здесь, нет? И что нам тут делать? Что это такое? Да, доски прибиты на гвозди. Значит, мне нужен какой-то гвоздодер. А где найти мне гвоздодер? А, вот от чего дихлофос. Слушай, ну весьма изощренный способ свалить из дома, вам не кажется? Очень прям, ну, дотошно. Мне кажется, мы самый долгий с вами способ выбрали. Куда это ты собрался? Нужно скорее бежать. Мысли. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено. Какое сено? Ой! Я сбежал! Пошла нафиг, мамашка! Говняшка, она прям за мной! Я убежала!
я убежала, это четвертая концовка. Ребята, у меня получилось. В общем, будем с вами пробовать другие концовки. Это было восковато, но мягкая куча сена спасла мои ноги от перелома. Я успешно сбежал. Ура, теперь я могу пойти поиграть с друзьями. Мы сбежали час. Час я это делала, но сделала. Я надеюсь, вы мной гордитесь. Будем пробовать с вами другие способы, потому что это еще не все концовки. Мы открыли только 2 из 8. Так что есть еще над чем поработать. Увидимся, ребяточки. Пока-сики.